поехали отдыхать на речку с ночевкой, с палатками. Илюха, Анютка. Все такие радостные. Мама камеру взяла, сразу ручками махать надо. Короче, мы поехали с ночевкой. У нас с собой палатки. У нас очень много народу едет. Все вообще, все друзья собрались и поехали. Все родственники, все друзья Саши. Так что хорошего нам отдыха. Место называется Синее море. Это Караканский бор, наш огромный, достояние области и Алтайского края. Короче, хорошего нам отдыха. Вот такой палаточный лагерь. И здесь даже туалет уличный. Все обустроено. Столики стоят для людей. Ага, молодец. Он там крутится, Вер. Малка такая, а что вы делаете? Закапываем тебя, Анечка. Платочек мама не одела. Да сегодня не припекает, в принципе. Нет, нормально. Красиво нашли здесь заводь с кувшиночками, с кустиками. Здесь даже всякие птички летают, мы видели. Нафотались, красивых фоточек наделали. Короче, стоит того поездка, как минимум ради фоток. Как максимум ради того, чтобы классно отдохнуть. Тут прям очень клево. Очень-очень. Он хорошо растворится, будет красиво. Это моё, ладно? Я нашел нам дрова. Дровишки! Лютя!
Как весело грязью себя поливать. Вырыли такие себе соленый ровчик с водой. И поливают себя теперь грязью. Лечебная хоть грязь-то у вас, надеюсь? Нет. Нет? Ой, как весело. Алена, Алена, ты же уже искупалась и помылась. И приготовилась идти домой.